Ты уверен, что это безопасно? Доверяй мне, я твой старший брат. Я знаю все. Ну хорошо. Готово, давай! О боже мой, ты в порядке? Я так не думаю. О боже мой. Маме будем говорить. Нет. Ты в порядке, ты в порядке. Точно. Да, все в порядке, это просто царапина. Я все исправлю. Ну вот, как новенько. Ак, я спускаюсь, слышал плач, что стряслось? Ничего. Так улыбайся, будто бы нам весело. Что случилось? Это было случайно. Давай просто не будем говорить маме об этом. Что, правда? Да, если честно, я немного промазал, когда учил брата стрельбе из лука. Я больше не чувствую запахи. Смотри видео от Джоша и Бренди на канале «Говорит Макс».